Недавно Петр Красилов установил рекорд Гиннесса на нашем проекте. Он испек гигантскую пиццу или надел на себя 400 рубашек? Нет, просто он стал единственным в мире Петром Красиловым, который за всю неделю ни разу не опоздал на репетицию. Да что только не сделаешь ради единственной в мире Маргариты Дробязко. Маргарита Дробязко и Петр Красилов. Понимаете, мы спрогрессируем вместе, поэтому трудно сказать, потому что... Да, раньше я, например, думал, что я прекрасно катаюсь. Теперь я на себя ругаюсь. Рита говорит, что ну, как катался раньше, хорошо, так сейчас и катаюсь. Рам-пам-пам-пам. Да. Ой-ой-ой, прости. Нормально? Живой? Подожди. Рита очень строгий тренер. Это те элементы, которые она позволяет мне выполнять, я не могу делать. А Рита мне ласково говорит, что «Петя, ну что же, ты же это умеешь делать, я же знаю». Вот. Мне приходится ей верить. Рука здесь. И сейчас вот выходишь вперед, и вот туда плечо отводится, да. Ой, стоять! Это в этом моя строгость вся? В этом твоя строгость. Потому что не строгий тренер бы сказал, ну не получилось, и ладно, и давай другой, что ты умеешь. Просто постоишь. Давай, постой просто. Просто постой. Вот. Поэтому я люблю, когда танец начинается с того, что человек просто стоит. Разгоняй, разгоняй, разгоняй. И потом вот так вот. Обязательно. Нет, сюрприза никакого не будет. Сейчас вот мы противоречим друг другу, но сюрприза никакого не будет. Да, номер серьезный. Я бы даже сказал, для некоторых людей он трагический. С подтекстом, утонченный, завуалированные образы. В общем, все так в дымке, в туманной. В общем, все увидите.